Уважаемые граждане, дорогие, сегодня мне хочется вас и провожая уходящий год сердечно поблагодарить. Все, что достигнуто, просто невозможно через последние 8 лет. Было бы просто охренительно без вашей постоянной поддержки, без вашего прямого участия в возрождении страны. А я спасал путь, выбранный народом России. Правильный. Поднимем бокалы за здоровье и счастье тех, кого ценим и бережем больше всего на свете, кому отдаем наше тепло и с кем хотим быть рядом. За меня пусть все самые заветные мечты сбудутся. Дорогие друзья, через несколько... Такая хорошая, но не хорошая... Что... Внимание! Сейчас будем... Все остаются на местах. Пока корабль снижает, я же не лез, загнелез, 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 загнелез. Зря ее все уважают. И что? У вас нет? О, сова. Надо ее послушать. Как там дела? О. Смотрите, праздник. Смотрите, Саша. Смотрите, намек. Смотрите. Да. Ой, зеркальце сломал. Извини, девушка. Ой, девушка. Новый год на дворе! Наступает год. Чудеса! Конечно, Маша. Поэтому в наступившем году всем уличную магию. Соник свидетель, автор сценария. Соник свидетель. Еще уверена, что мы должны это делать? Да уж, какая большая мурашка. Мы пришли освободить тебя и вытащить из этого дома. Я красавчик. Я покажу тебе, как это делается. Советы Соника. Люблю читать.
несколько мгновений мы видим, как год от года набирает силу и укрепляется русский путь. И все эти годы мы вместе работаем для того, чтобы процветать. У нас все для этого есть. Наши колоссальные ресурсы, мужество, трудолюбие и интеллектуальный потенциал нашего великого народа. Через несколько мгновений наступит Новый год. В этом празднике надежда и вера, что все сложится, что будто наши будут лучше. Пусть все самые заветные мечты сбудутся. Счастья вам, дорогие друзья! С Новым годом!